Как измельчал мужик наш русский, ах, измельчал, ах, измельчал. Как измельчал наш богатырь, гвоздь не вобьет, не вставит штырь. И так ухаживает плохо, ни на Бали, ни на Гуа. Так измельчал, похож на лоха, на пьянь с соседнего двора. Как ты живешь-то так, мудло? А мне безумно повезло. Ведь у меня есть баба, у нее есть яйца. Что-то тут не сходится, что-то не срастается. Но у меня есть баба, и у нее есть яйца. И они ей нравятся, ой, как они ей нравятся. Она работает с утра, а я с утра сижу с детьми. Не надо няню нанимать, я замечательная мать. Вот только нет у нас детей, ей не до этого совсем. Моя конфетка карьерист, а я мудло и похуист. Как ты живешь-то так, мудло? А мне безумно повезло. А почему? А ну-ка, а все вместе? Ведь у меня есть баба, у нее есть яйца. Что-то тут не сходится, что-то не срастается. Но у меня есть баба, и у нее есть яйца. И они ей нравятся, ой, как они ей нравятся. Ведь у меня есть баба.